Французская пара заподозрила няню в колдовстве и сожгла ее. Французская пара, проживающая в пригороде Лондона, обвиняется в убийстве 21-летней няни Софи Леони, Сопхи Леоннит. Об этом сообщает Пхи Телеграф. Обугленные останки молодой француженки были обнаружены в саду под слоем пепла. Соседи обратили внимание на костер и запах горелого мяса и позвонили в полицию. По сведениям издания, Сабрина Куайдер и ее бойфренд Кисим Медуни заподозрили няню своих двоих детей в колдовстве и краже бриллиантового ожерелья. Помимо этого, пара была уверена, что Леони находится в сговоре с бывшим мужем Куайдер. Вначале молодую женщину держали в заложниках, ее избивали, мучили и морили голодом. Точную причину смерти Софи установить сложно. Суд по делу об убийстве женщины продолжается. Какой срок грозит французской паре в случае, если их вина будет доказана, не уточняется. Больше важных новостей в телеграм-канале «Лента дня». Подписывайся, перейти в мою ленту. Новость размещена на сайте вседоски.ком. Это бесплатный сервис по массовому размещению объявлений на десятки досок объявлений. Как продать быстрее? Размести объявление сразу на все доски объявлений с помощью сервиса вседоски.ком.